Всем привет! Вы на канале Handmade, и сегодня мы будем делать оригинальный цветок по технике модульного оригами. Этот цветок очень легок в исполнении, и поэтому он подойдет для начинающих. Для этого вам понадобится 5 квадратных листов бумаги. Вы можете вырезать их самостоятельно вручную, либо использовать бумагу для заметок. Итак, приступим. Возьмем наш лист бумаги и расположим его ромбом. Затем согнем по диагонали пополам. Теперь возьмем нижний угол треугольника и поднимем его к вершине треугольника. Также возьмем и левый угол. Теперь вот этот листочек мы отогнем вот сюда, чтобы линия вот эта соединялась с нижней линией. Этот лепесток мы развернем и соединим вот эту линию с вот этой. У вас должна получиться вот такая деталь. Теперь возьмем левую часть нашей детали и отогнем ее вот сюда. Вот здесь у нас должна получиться тоже прямая линия. Возьмем в руки нашу деталь и вот этот лепесточек завернем вот сюда, внутрь. Немножечко выпрямим. Возьмем вот эти два листика бумаги, которые у нас здесь образовались, и опустим их внутрь нашего лепестка. Хорошо. Теперь возьмем ножницы, вот так вот их сюда введем внутрь, и вот этот уголок, который у нас был, немножечко вот так разгладим. Уберем ножницы, сформируем наш лепесток, чтобы он был вот такой ровненький и красивый. Теперь нам нужно сделать еще 4 таких же, чтобы в итоге у нас получилось 5 таких лепестков. Мы сделали 5 таких лепестков. Теперь нам понадобится двухсторонний скотч и ножницы. Отрежем маленький кусочек скотча. Возьмем один наш лепесточек и вот здесь аккуратненько приклеим его. Затем аккуратно снимем верхний слой бумаги. Возьмем еще один наш листик и вот так аккуратненько соединим их между собой. Также у нас еще остался с этой стороны скотч. Мы возьмем еще один листик и соединим еще раз. Отрежем еще немного скотча. Теперь наклеим его вот так. И еще один маленький кусочек наклеим сюда сбоку. Снимем верхний слой и аккуратно приклеим. И осталось приклеить еще последний лепесточек. Тут у нас с двух сторон скотч. Теперь хорошенько соединим лепестки между собой. Вот такой оригинальный цветочек у нас с вами сегодня получился. Теперь сделаем для него стебель. Возьмем зеленый лист бумаги и вырежем из него полоску примерно 2 сантиметра шириной. Мы вырезали полоску. Теперь нужно сложить ее вдвое. Развернем и сложим боковую сторону центральной полоски, перевернем и точно так же, затем хорошенько зафиксируем и сложим еще раз вдвое. Возьмем клей, смажем нашу полоску и приклеим между собой две половинки. Чтобы наша полоска была более объемной, можно сложить ее еще раз пополам, но уже не приклеивать. Теперь наша полоска более объемная. Возьмем и смажем кончик бумаги клеем. Возьмем наш цветочек и аккуратно вденем внутрь и зафиксируем. Наш цветок полностью готов. Можно сделать несколько таких же цветов, сформировать из них букет и поставить в вазу. Такой букет можно подарить маме, сестре, подруге или учительнице в школе. Им будет очень приятно получить такой весенний яркий подарок. Также с помощью таких модульных цветов можно сделать целый шар, который называется кусудама. Как его делать, я покажу в следующем видео. Подпишись на мой канал, чтобы не пропустить. Ставь лайк и пиши в комментариях, понравился ли тебе этот цветок, получилось ли у тебя его сделать. До встречи, пока!